Андрей Дорошевский в рамках рабочего объезда посетил Григорьевское сельское поселение. Глава проверил ход капитального ремонта в спортивном зале школы номер 11. Здесь полностью заменят покрытие стены пола, дверные проемы, оборудуют тренерскую, снарядную и раздевалки. Работы идут по графику. От сильного ветра пострадала кровля школы. Глава дал поручение в кратчайшие сроки починить крышу и навесы. В станице Ставропольской Андрей Дорошевский осмотрел участок для будущего фельдшерско-акушерского пункта и поручил главе Григорьевского сельского поселения Сергею Ливенцеву навести санитарный порядок на территории. Строительство ФАПа должно начаться в скором времени. Тем не менее, глава Григорьевского сельского поселения до сих пор не смог организовать подготовительную работу. Андрей Дорошевский взял под личный контроль этот вопрос. В этом году в поселении помимо строительства ФАПа планируют обустроить сквер и построить новый дом культуры в станице Ставропольской, ремонтировать водопроводные сети. Глава района осмотрел новый тротуар по улице Ленина и поручил заменить пришедшую в негодность плиту.